Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И как многие мои подписчики в лайке знают, что я буду краситься в радугу. Сейчас мы будем пробовать вот эту краску на осветленные волосы. Я снимаю видео на YouTube и параллельно веду трансляцию в лайки. Ну что, погнали краситься. Не обращайте внимания на то, что у меня на лбу. Я просто написала своего любимого подписчика. Вообще, вы у меня все самые любимые, я вас обожаю. А прежде чем я начну, я переоденусь, а вы пока не подпишитесь на мой лайк, на мой инстаграм и поставьте лайк этому видео. Я буду красить в 4 цвета. Это у меня розовый, синий, фиолетовый и желтый. Вот эту вот прядку я буду красить фиолетовый, следующую в розовый, следующую в желтый, потом в синюю и снова фиолетовую. Получается как 5 цветов. Ну что, погнали! Вау, оно видно, какое оно? Черное. Смотри, если сделать вот так, то видно оттенок фиолетовый. А ну можешь лайки показать, как это выглядит? Наклони немножко. Ребята, о май гад! Записываем запись с экрана. Страшно? Цвет красивый на этом. Вау! О май гад! Моя рука. Ой, а ты знаешь, что не отмоешь ее потом? Нет. Ребят, простите, я переключила там, где, чтобы не видеть чат. Сейчас я включила. Ты что сделала? Диван фиолетовый будет. Угу. Ну, Дось, я ж не могу, ты далеко. Это фиолетовый. Угу. Ну, теперь у нас диван будет фиолетовый. Сейчас уберу. Покажи. Смотрите, даже, а ну вот, у тебя видишь, тут белая часть, она не покрашена. Да, ну ты же дергаешься туда-сюда, я же вижу. Нет, это фиолетовый, но розовый будет другого цвета. Ребят, я просто заодно веду трансляцию в лайки, поэтому я буду смотреть туда и читать чат. Всем привет, всем привет! Что идти? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять. В
Спасибо большое, Ари. Отключите, чтобы вместо меня батл. Все, спасибо. Когда маму будешь красить? Мама, ты хочешь краситься? Даже есть что-то? Чуть-чуть. Ты что, меня покрасить или что? Снежана, ты ж дергайся в разные стороны. Как дела? Хорошо. А ты, Снежана, с Платоном встречаешься? Я не люблю Платона и только как друга, и это не точно. В смысле? Вы что, не друзья? Просто друзья, человек. Сзади мой кот. Прибалдел, да, Эль? Мой кот. Ай-яй-яй! Держи. А мой пальцы теперь боится. Это же не розовые, не фиолетовые. Wild thing. Wild thing, see. And see my cat. Ага, скрываю. Это. Сундуков было уже очень куча. Можно я его прижму? Руки мои. Угу. Теперь мы будем красить следующую часть. Она у нас будет розовая. С двух сторон фиолетовая, а это будет розовая. Открываем. Так. Я открыла. Вот такой вот тут яркий цвет. А тут еще не видно. Вдавливаем. Воу! Он очень яркий, вы посмотрите. Думаю, столько достаточно? Смотрите, какой он яркий! Я в шоке! Прошлый фиолетовый цвет был не такой яркий. А этот именно видно, что он розовый. Я в шоке! Цвет, я в шоке. Как малиновый. Даже Эрику он интересно. Ряд, даже моему коту очень интересно. Он трясется и виднее ему. Глаза. А ну можешь немножко повернуть, чтобы было видно? Мама набирает и красит. Вау, он такой яркий, что вообще класс. Очень красивый яркий цвет. Я представляю, какой будет цвет, когда я смою. Мама запуталась. Очень яркий, очень красивый. Мне кажется, розовый ярче всего. Ну, хотя надо будет попробовать еще желтый, потому что желтый я еще... Ну, я открывала желтый, но выдавливать не выдавливала. Но он казался темным. Поэтому надо будет посмотреть еще желтый. Может быть, розовый окажется самым ярким. Если что, ребята, краска очень сильно воняет. Но я... Мне нормально. Угу. Мне уже нормально. Ну, поначалу оно сильно прям воняло. Но уже я хочу просто очень сильно быть радужной. Поэтому я же черплю. Я думаю, розовый получится красивее и ярче всех. Что делаем? Я крашу волосы в радужный. Смотрите, какой красивый, яркий розовый цвет. А вот если еще смотреть вот отсюда, вот, с моей стороны, этот вообще, смотри, он
лампы стороны, смотри, какой красивый. Жалко, что нельзя посмотреть на камере. Получается, чтобы нужно было, чтобы сюда свет светил. Отсюда оно будет очень красиво смотреться. Мне просто так фиолетовый понравился. А теперь мне нравится больше розовый, потому что он розовый, очень яркий. Хвостик такой торчит. Ой, а так, кажется, мой палец весь розовым. А так вся рука. Но мои пальцы он отпад. Он как фиолетовый идет. Вот, посмотрите, он идет как фиолетовый. Теперь для ютуба. Вот. А сейчас я взяла синюю краску и будем красить. Выливаем. Вы только посмотрите, какая она темная. Она как черная. Но на самом деле она синяя. Но это толком не видно. Так, думаю, вот столько пока весь достаточно. Потом подольем. Она очень темная. А у мамы пальцы очень яркие. Вот, очень темная. Она как черная. Все. Так, дайте чуть-чуть вытрушу. Все, теперь красим. Вот, ребята, смотрите, синий цвет. Видно вам? Ого, какой яркий! Смотрите. Вот. Очень. Ребят, я пошла мыть мисочку. Будем делать желтый цвет. Последняя часть осталась. Будем делать ее желтой. Вот такая вот желтая краска. Почему-то тюбик белый. Не знаю почему, а крышечка черная. Я вот уже открыла, но тут толком не видно. Тут немножко засохло, я потом открою. Сейчас помою мисочку, открою и пытаюсь залить. Я открываю желтую краску. Так, ложим сюда крышечку. И нужно как-то продырявить, потому что... Так, я это вот так сниму. Держи. Все, теперь у меня красивый желтый ноготь. Выливаю. Вау, как мед! О май гад! Это желтая краска, как мед. Сейчас я покажу на трансляции. Ребята, это желтая краска, как мед! Я в шоке! Очень красивая желтая краска. Очень яркая, красивая. Я в шоке. Я надеюсь, очень красиво получится на волосах. Привет, Калининграду! Это получается вот коричневый цвет. Я не думала, что она впитается в ноготь! В смысле? Ну теперь серьезно, маникюр, я не думала, что она в ноготь впитается, она впиталась. Еще краска. О май гад! О май гад! Оно впиталось в ногти. Как? Поэтому это надо каких-то... Я наливаю, я показала на трансляции, как я наливаю.
Вот столько или еще чуть-чуть? Хватит, я думаю, да. Просто мед. Это просто мед. Серьезно, хочется скушать, потому что я давно не ела мед. Потому что это очень сильно похоже на мед, и теперь я хочу его скушать. Потому что он нереально похож. Так, не буду я это по 20 раз говорить. Да, ты красивая, но... Вот ты дергаешься. Она... Ты еще и размазала! Теперь Снежана точно... Дай мне краску! Ты будешь серьезно? Ты будешь дальше дергаться? Да я дальше буду красить тебя. Хорошо. Можно взять шарики и макнуть сюда, потому что они будут медовые. Я пытаюсь прочесть, что у тебя на лице написано. Я люблю Queen! Тут не, а тут лю. Все, ребята, вот так вот оно получается. Вот смотрите. Какая-то. Покажи на танце. Покажи в камеру. У меня цветные руки. Уи! Боже, смотрите, какая радуга у меня. Не надо мне в лицо. Смотрите, какая она это. Вау! Лучше моих волос будет. Мама, оставь мне такие отпечатки на волосы, пожалуйста. Мне вот это очень нравится, очень красивое. Такие пут-пут-пут-пут-пут. Дайте кончики. Ай, падает что-то. Фиолетовое подпрошу. Вот это что-то падает. Сейчас я ее ищу. Холодно! И, ребята, мы подождем 20 минут, потом пойдем смывать. Но я хочу больше, чтобы было ярче. Можно? 25 хотя бы. Пойду помою тарелочку. А можно тебе кончики покрасить? Ну ладно. Я помыла голову, пока есть вот такой вот результат на мокрых волосах. Он уже очень яркий, вот такой яркий желтый. Мне нравится больше желтый и розовый, потому что они очень яркие. Хотя все цвета очень яркие, и синий, и фиолетовый. Давайте посушим. А потом я покажу, когда они будут уже сухие. Я высушила волосы. Они получились нереально красивые, очень яркие. И главное, они сразу не смоются и немножко останутся. Еще раз покажу вам фирму. Очень классная. Всем советую. Всем пока. Всех люблю.